Ну, это еще не все. Это еще не все. Новикова с мячом не дают подать. Не дают подать, не дают подать. Серия ложных замахов, пас. И прострел низом. Момент какой? 1-0. Открывает счет сборной Литвы. Это первый ее гол. И дальше прострел и удар. Здесь оборона сборной Фарерских островов очень насыщенная. Здесь много было народу. И вот здесь три защитника. Три защитника. И один из этих защитников вообще нападающий. Давится нам. Подача, падение, пенальти! Пенальти! Хватали! Хватали Клемента Ольсона за футболку и уронили его в штрафной. Желтая карточка. Сплюнул Давидсон, свисток. Разбег, удар! 1-1. А вот и первый фарерский гол в розыгрыше Лиги наций. Мной хваленый Барткус ничем сборной Литвы помочь не мог. Он падал. Ну а Клемент Ольсон лучший бомбардир в истории фарерского чемпионата. Завхоз школьник. Момент у сборной Фарер. Ох, как здорово! Пас под удар! Боже мой, как заряжают Фареры! И какая красота сначала от Эйльсона, который протащил мяч, а затем от Бископста Андреасона. Он не только стиральные машины может устанавливать, он еще вот такие голы забивает. Ну и Эйльсон. Каков Эйльсон? Всю Литву прошел пешком практически. И передача Бископста Андреасону. Вот так вот, зашел в штрафную и уходит, 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 уходит. Ложный замах и пас в домик сливки. Головой. Подача! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Но там Давидсон остался у штанги и не зря. Вот он свисток. Все! Фареры одерживают свою первую победу в Лиге С, свою первую победу в этом розыгрыше Лиги наций.